Доброе-доброе утречко. Проснулись, глазки открыли и бегом начинаем делать дела. Кира уже позавтракала, я уже собак одела, я уже сама оделась, я уже квартиру подтопила. У нас отопление еще а-ля no-no-no не включили. Но сегодня вроде бы обещают тепло, но с утра, как всегда, холодно. Ну, как бы, да, осень, она такая непредсказуемая. Сначала холодно, потом тепло, потом снег, потом жара, как это было вчера. Вроде бы сегодня тоже тепленький день будет. Но пока день еще не начался, у нас еще очень активное утро. Кира, я не знаю, как успеет в школу, уже 8:15, а она еще собирается. Кира, у тебя время, ты видела время? Она время не видела. Она вообще ничего не видит. С кем ты разговариваешь уже с утра? Собаки, я просто в шоке. Шанти, не расстраивайся, гулять пойдем. Сейчас посмотрим, что там у нас на улице вообще. А у меня сушка здесь стоит, надо ее, кстати, занести. О, нормально, нормально, не холодно, даже тепло. Даже я вас не буду одевать. Пойдете голые 18+. Это прогресс. Она одевает обувь. Ура, ура, ура. Потому что мы уже одеты, мы уже собраны, мы уже готовы. Да, новенькая обувь сегодня пойдет. Все, Добичка, да-да-да. Говори Кире, чтобы она быстрее собиралась. Боже, а так приятно, ребята, с утра вот такое вот все видеть. Встаешь и радуешься. Так уютненько стало. Так по-хэллоуинскому стало. Добби, тебе тоже нужно какую-то одежду на Хэллоуин. Почему ты без ничего? Я тебе ничего не сделала, печально. Все? Все. Молодец. Все, все выходим. Пошли. Давай, 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 давай. Я всех выгоняю. Потому что если не выгоню... Да вы достали всех! Что такое? Вытащи. А что случилось? Если 4 человека на Ярику говорят, возьми повар зарядку. Возьми повар зарядку. Кира, давай быстрее. Зарядку. А потом из-за каких-то людей она будет опаздывать. У нас что, дождь шел? И она может зразуметь. Боже, какие у меня сегодня все придут красивые, да? На улице был дождик. Но так тепло. Птички поют, такая красота. Боже, ляпота, ляпота, ляпота. А ты уже с косточкой идешь? Какая ты молодец. Давай сюда ее мне. Умничка. Ай, ты молодец. Все, я ее заберу. Добби, ну у меня же всего лишь одна рука. Куда ты так летишь? Шантюся, давай дорогу перейдем. Кира нас уже найдет с ключами. А я с косточкой. Видите, какая у меня порядочная собака. Она носит все мне, чтобы я выбрасывала в мусорку. Ты просто бусинка моя. Молодец, девочка. Я не знаю, как этот ребенок успеет. Сегодня скажет мне, что она опоздала. Китя, я не хочу, чтобы мне писали, что ты опоздала. Давай ключи, я пожалуйста. Я пишу, что я опаздываю. Давай. Люблю, пока. А мы гулять наконец-то. Что? А ничего, готовлю себе завтрак. В этот раз у меня будет овсяночка. Да, я давно уже не ела овсянки, а тут посмотрела, что она у меня есть. Думаю, да, я ее хочу. И еще у меня очень вкусный пирожок, сладенький с сгущенкой. Такая вот тисточка и банан. В общем, ба-ба-ба-ба, ничего не сломала. И у меня кофе закончилось. Это вообще шок-контент. Переходим на зеленый чай. Заливаем. И мешаем. Все, супер. Завтрак полезный, вкусный. Еще потом туда добавлю хрустиков. С булочкой будет очень вкусненько. Ну а вам, как всегда, кто будет кушать вместе со мной, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра, не болейте, тёмочки и лавушки вам. А вы знаете, какой сегодня день? Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня... Там ноги сегодня. Мне надо теперь так это делать. Сегодня 13-е, да, и сегодня у нас пятница, вы представляете?
Пятница 13-е. Я успела вовремя украсить квартиру к Хэллоуину. Сегодня должны проснуться все самые страшные существа. И они сегодня ко мне придут, увидят, что у меня уже все готово. И они меня, как это правильно сказать, дадут мне счастье. Ну, благословить это сложно будет, наверное, назвать. Но, в общем, они будут понимать, что здесь у меня все чики-пуки. Можно существовать и сделают мне позитив, радость и уберут от меня весь негатив. Вот так вот. Брысь-брысь-брысь-брысь-брысь. Да, вот так. Так что, видите, даже день сопутствует тому, вернее, даже я успела к дню самому-самому приятному и самому классному. Что мне нужно? Вы себе не поверите, вернее, может, поверите, может, будут смеяться, может, что вы там будете делать, писать, но мне нужен стиральный порошок. Да, у меня закончился стиральный порошок, и у меня закончился доместос. И, наконец-то, я сегодня куплю уже шампунь, за который я хожу уже, наверное, третий или четвертый день, забываю ее купить, но сегодня я ее обязательно куплю. Поэтому... Боже мой, какое пятно мокрое. Красотка Климова, прости, любимого, пошла я в магазин. Но в связи с тем, что сегодня тепло, я сегодня тоже оделась не слишком тепленько. И смотрите, у меня на этой стороне сережка-замочек, а на этой стороне... Ничего не видно в зеркале. На этой стороне сережка-замочек, а на этой стороне сережка... Летучая мышка. Да, вот такая вот я необычная. И знаете, ладно, не буду говорить. У меня начинает болеть голова. Но я уже выпила таблетку. Но написали, что 15 числа самые сильные магнитные бури будут. Да. И сегодня у нас тепло, а завтра уже должно быть резкое похолодание. И вот я уже начинаю на это реагировать конкретно. Но так как у меня уже есть таблетки, я не знаю, кто-то видел, не видел, но я покажу еще раз. Я купила себе, вернее, мне порекомендовали вот такие вот амигрен. Это чисто от мигрени. В прошлый раз они мне очень сильно помогли. И я думаю, сейчас выпью. Да, и Бог мне поможет и меня немножко попустит. Не скажу, что они мне помогают, прям полностью убирают головную боль, но, по крайней мере, на полдня я становлюсь человеком. Потом снова нужно пить, но их нельзя пить часто. Их нужно пить каждые 24 часа, если тебе плохо. И я стараюсь, если уже начинает повторно болеть голова, то я стараюсь продержаться, чтобы через... нужное время снова выпить. Так что вот такие вот истории. Пошла. Я везде выключаю свет. Снег меня уже ждет. И мусор меня тоже уже ждет. Гоу. Да ладно уже, хорошо. Ты же думаешь, я глухая. Идем. Давай. Еще. Истеричка. Как будто тебе там что-то надо. На самом же деле ему там ничего не надо. Он сейчас выйдет и обратно зайдет. Вот я вчера с ним вышла вечером погулять. Думаете, он куда-то пошел? Нет. Он просто сидел возле меня. Все это время, что я сидела с ним, он сидел возле меня. Вот так вот мы и сидели. Наслаждались просто хорошим теплым вечером. Идем. Зверь мой, пошли. Давай, давай, давай. Не тормози. Знаете, что я скажу? У нас похолодало. Утром было намного теплее. Сейчас реально прохладно, и я опять не так оделась. Ну, как всегда. Туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно. Мой любимый просторчик. Тачка на прокачку. Первым делом мне надо взять... О, здесь дешевле. В Еве вчера была 126 гривен. Мне надо взять шампунь. Краска моя сейчас 405 стоит. Подождем. Какой-то новый дезик нашла. Слушайте, у него цена 153 гривны. Такая недешевая. Кто пользовался, напишите, как он вам. Мне нужна зубная щетка. Вот что мне нужно. Мне нужно... И Кире, кстати, тоже нужна новая зубная щетка. И что нам тут про баты? О, какая-то медиум.
Супер крутая Oral-B 135 гривен. Пусть повисит здесь. Давайте что-то подешевле найдем. 114 гривен, аж целых две. С такими щетинками очумительно большими. Интересно, она какая мягкая, жесткая. Вот по-китайски же ничего не понятно, что написано. 1000 щетинок с подставкой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Средней жесткости. Можно вот такие, кстати, взять. Это 114 гривен, две сразу. Угу. Нормально, нормально. А вот еще есть без подставки за 90 гривен. Тоже такие же, только... Наверное, вот такие возьму. А есть еще беленькие. Черная и белая. И что теперь? И что теперь делать? А есть вообще за 55? Сейчас, наверное, возьму разных. Всегда зубные щетки нужны много. Нашла очень вкусный пеноутворивач, написано. Ну, в общем, это парфюмированная пенка мыла для рук и тела. И вот мне нравятся очень сильно вот эти два запаха. Но я бы, наверное, вот этот вот возьму. Я не знаю, с чем он тут. Royal Fresh. Непонятно. Тра-та-та-та-та-та. Не... Короче, вот этот вот цвет и вот этот аромат очень вкусный. Правда, он совсем такой не густой. Надеюсь, будет интересно. В общем, попробуем. Берем еще это. Еще мне нужен Доместос. О, отлично. Как раз последний беленький есть. Порошок и отбеливатель. Сейчас узнаем, где наш снег. Где-то должен гулять. Он же вроде бы вышел. Но я уже все купила. Снег! Здравствуйте! Боже, ты всегда так мявчишь, как будто я тебя на целый месяц забыла. Полчаса меня не было. Ну что? Да, ясно. Что еще было? Домой идешь? Пошли. Давай. Будешь мне рассказывать по дороге свои приключения и истории. Кошек видел? Там была кошка, да? Ну, ты же вроде уже со всеми подружился. Чего ты это капризничаешь? I don't know. Я не могу, вот, например, ключи найти. Вот они. Ну что? Let's go! Молодец. Опачки, ну и как всегда у нас обзорчик, распаковочка. Чего купила Маричка? Картошки купила Маричка. Сейчас быстренько буду делать картошку, потому что у Киры сегодня всего лишь 6 уроков, и она, скорее всего, придет и сразу же уйдет. Все-таки выходные, как-никак. Доместос. Слава богу, он у меня появился. Шампунь. Туалетную бумагу забыла. Ладно, попрошу Киру, пусть пойдет купит. А вот это вот невероятная пенка, мыло, гель для душа. Безумно вкусно пахнет. Просто такой приятный аромат, если вечером принять душ, лечь в кровать, ты будешь просто благоухать. Стиральный порошок. Видите, все взяла. Все взяла, что нужно. Отбеливатель. Ничего лишнего. Ничего. И куча зубных щеток. Все они средней жесткости, но все они абсолютно разные. Давайте сейчас откроем даже и посмотрим. Но поменять нужно полностью все зубные щетки. Во-первых, у Киры уже брекетов нету. Тоже нужно, чтобы у нее что-то было новое. А тут нету места, как открыть. А то всегда в зубных щетках есть такая штучка, где открыть. А тут такой штучки нету. Да. Без помощника ножниц не справиться. Это какие-то китайские, корейские, не знаю, какие-то странные зубные щетки, но они очень необычные. Ой, достаточно хорошие. Я слишком жесткие не люблю и слишком мягкие тоже не люблю. Вот, одна такая, видите, тут щетинки более тонкие и большая щетка, то есть будет удобная. Снег, уйди, пожалуйста. Снег, уйди, пожалуйста. Снег. Ну, уйди, говорю. Вообще, фонарел. И следующая партия зубных щеток, она немножко отличается. Даже не немножко, а множко отличается, потому что
Открывайся. Ого-го. Запечатано так на славу. Не по-детски. Просто так не откроешь. О, это тоже очень хорошая, достаточно такая плотненькая. А вторая вот такие вот зубные щеточки. Видите, они вообще какие-то очень интересные. Тут мало-мало щетинок, но они сделаны по-другому. Если здесь они сделаны более, не знаю, как это объяснить. В общем, по виду видно, что они разные. Кира себе выберет, какие она хочет. И я себе выберу, какие не хочет. Будут на утро зубная щетка. И на вечер зубная щетка. Так что есть, можно даже, знаете, комплект. Фиолетовые чисто Кирины, у меня чисто разные. В общем, Кира выберет. Это тоже есть. Зубные щетки, это хорошо. Теперь я быстренько начинаю готовить обед. Обед. Так как Кира придет, ее нужно очень срочно кормить. И включаю стирку, потому что у меня там капец. Як завжди. Стирка, уборка, готовка. Вся жизнь пролетает. А вы говорите, копить деньги, копить деньги. Если я еще копить деньги буду, я с ума сойду. Просто... Ой, у меня же мусорки тут нету. Ничего нету, потому что все чистится. Нет, ты только пришел. Снег, не фонарей, уже все. Он же только зашел домой, покушал, вы видели, да? И уже все, уже просится на улицу. Ну и что ему тут? Служанка, что ли, ходить туда-сюда? Нетушки, нетушки, простите, пусть сидит дома. Мусорка, где моя мусорка? Моя мусорка очень красиво и аккуратно стоит в ванне. Она тут замечательно чистится. Вернее, уже почистилась. Красивенькая, чистенькая. И теперь ее можно ставить куда хочешь. Может, вы мусорки не моете? Ну, я про некоторых, которые мне говорят, что у тебя мусорка стоит на столе, потому что я ее мою, мусорку. И вот здесь у меня, видите, даже от мусорки крышка стоит тоже чистенькая, аккуратненько вымытая, вылизанная вот этим вот средством. Антижир, антиклин, суперсила, супербактерии. Все идеально, поэтому у меня мусорка может стоять, с нее кушать можно. Угу. Жарю картошечку, здесь уже взяла заготовку для салата. А тут я смотрю фильм «Зло 85», какой-то новый ужастик. Типа американская такая страшилка, уехали на остров, и там на острове с ними что-то происходит. Кто-то их убивает, они вроде мертвые, вроде живые. Ну такое, знаете, заготовкой можно посмотреть. Вот. А вы вообще мне посоветуйте, что еще можно посмотреть интересного. Может, не с ужасов, может, с триллера, мистика. Может, я чего-то не знаю и чего-то еще не смотрела. Напишите, пожалуйста. А я пока дальше готовлю, потому что у меня как раз приготовится картошка. И как раз уже Кирюха домой придет. Я просто все вовремя сделаю. Как вы думаете, она сегодня будет одна или с кем-то? Не знаю. Я кушать уже приготовила, жду Киру и... В связи с тем, что сегодня пятница 13, и мне тут только что в телеграм-канале написали, что в пятницу 13 очень хорошо гадать мои карты, я сейчас себе погадаю. Так, беру сразу же телефон второй, чтобы посмотреть, что мне скажет гадание, потому что у меня здесь инструкция. Так, давайте попробуем. Так, туз кубков перевернутый, тройка кубков, прямая и сила. Давайте смотреть, что это значит. Сейчас проверим, что бы это могло значить. И Кира, как всегда, идет. Так, смотрим.
кубки. Туз кубков перевернутая. Холодність, емоційна яма і порожнеча. Ну це у мене, да, було таке. Тройка кубків. Дружба і однодумці. Це зараз у мене. І сила перевернута. А що таке сила? Зірка, сила. Где ты, сила, господи, только что ж тебя видела. Влада, могутність, дія. Сила завжди означає необхідність діяти. І що, як колись, більше не буде. Понятно. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно, что мне нагадали карты. Нагадали, что какая-то сила у меня будет... Чем придет, не знаю. Знаю только, что моя одна сила уже домой идет, опять по GPS-навигатору долго. Я так и знала, что она идет по GPS-навигатору. Связь терялась, что ты так долго поднималась, да? Конечно. Понятно. Как дела? Хорошо, у тебя как? У меня? Нормально, приготовила покушать. Сходила, купила стиральный порошок. Стираю. А, купила зубные щетки новые. Сейчас тебе покажу, выберешь себе. Сейчас, сейчас. Смотри, тут, короче, два вида, тебе нужно выбрать две. Не-не-не, ты выбери одну такую, они две одинаковые, ну, хорошо, только разные. Давай так. Ну, я так и знала, что ты так и выберешь. Короче, твои фиолетовые, фиолетовые. На, положи. А что у тебя с рукой? Покажи. Ничего, скучно было. О май гад. Это что, кости ты себе рисовала? Нет. Ясно. Что еще интересного в школе? Ничего. Двойку получила? Нет. Вообще ничего не получила? Вообще ничего. Ну тогда садись, будем кушать. Я хочу... Нет, Кира, я ж... Слушай, для чего я готовлю? Нет. Кушать нормально. Достань майонез, сейчас я заправлю салатики, покушаем. Что такая расстроенная? Я не расстроена. А что случилось? Ничего. Что, нету майонеза? Должен быть. А где Каролина? У нее еще уроки? Да. Она сегодня придет или нет? Не знаю. Какая-то ты неразговорчивая вообще. Я выспалась. Не выспалась? Угу. А когда ты можешь выспаться? А ты знаешь, что скоро время переводят и вставать надо будет еще раньше? Ну вот в прямом смысле. Опять время переводят? Да. А смысл его каждый год переводят? Для экономии электричества. И вот собираются его сейчас опять переводить, и тебе придется вставать еще раньше. Ну, это первое время организм будет привыкать к тому, что ты будешь вставать еще раньше. Да? Так что давай, наверное, уже начинай высыпаться. Добби в школу будет ходить? Угу. Добюшечка, ты в школу будешь ходить? Ты мой сладкий. Он будет с удовольствием, наверное, сидеть там, лежать, спать, стоять, гавкать на всех подряд. Урррр, да. Да у него сейчас глаза вылезут, ты его так целуешь. Держи. Вот такой вот у нас обед. Я все успела. И еще раз, наверное, да, еще раз. Всем, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. И вот так вот. Да. Ну, как всегда, надо же что-то сделать, да? Специально для вас. Кирюша, сегодня пятница 13-е, ты это знаешь? Угу. Пожалуйста, встань. Я себе нагадала, но такую чепуху погадай мне ты. Ты очень хорошо гадаешь. Ну, погадай, пожалуйста. Я не хочу брать твои карты в руки. Их можно брать в руки. Пойди, пожалуйста, мои карты. Какие? Черные. На, потому что я себе нагадала какую-то фигню, понимаете? А я теперь хочу, чтобы мне гадательный человек погадал правильно. На что? Да на все, как всегда, ты мне гадаешь.
Просто как всегда, да. Что меня ждет в ближайшем будущем? Тоже фигня выпадает. Кстати, смотрите, здесь тоже выпали кубки. Выпало солнце, выпал дьявол. И выпали мечи. Вот это у меня просто unreal карты. И что они обозначают? Эта карта означает умиротворение, любовь, все дела. Эта карта означает тоже типа любви. Это мечи, а это рыцарь мечей. Ну, дьявол. Я не знаю, я не помню, как он обозначается в будущем. Но ты знаешь, что типа карта означает там, короче, ну, так что фигню какую-то. А какой там дьявол был? Пятерка, дьявол 15? Там только один дьявол. Там, по-моему, цифра была. Там один дьявол. Дьявол в... Нагадала, какой мужчина появится в маминой жизни. Выпал паж жезлов и снова на дне колоды рыцарь мечей. Это что значит? Значит, мужчина какой-то будет. Опустошение, насилие, упорство, вот чрезвычайные это, усилия, сила, катастрофа. Короче, помните, то же самое, что мне нагадали карты, и здесь то же самое. Карты? Да. Выпали. И сейчас какой мужчина появится в твоей жизни, и опять выпали эти две карты, и это опять на дне колоды. И что это значит? Что никакой не появится? Какой-то холодный мужчина. Фу, не надо мне никаких холодных мужчин, лучше вообще никакие не появляйтесь. Короче, Кирины карты тоже сказали, ничего непонятного. Упорство, усилия, страдания, фигня какая-то, вообще ничего серьезного. Ну как так можно? Даже в пятницу 13 не могут мне нормально что-то погадать. Сказать, все будет круто, все будет зашибенно, все будет хорошо, нет. Старайся, старайся, и еще раз старайся. А когда не стараться? Да ну. Я расстроена. Доби, я расстроенная. Немножко полежала, потому что у меня так сильно начала болеть голова, что я думала, что я потеряю сознание. И чтобы вы понимали, я не вижу своего ребенка. Дома никого нету. Не то, что нету, мне еще оказывается, кто-то звонил по типу Киры. Знаем, что она хотела. Да. Да, Зая, ты мне звонила. Ты где? Да, уже ничего, я за курточкой заходила. А ты где? Я гуляю на сетке. А что ты мне ничего не сказала? Я сказала, я пошла, целую. Серьезно? Да, ты просто крепко спала. Я поняла. Я уже успела домой зайти и курточку забрать. Ясно, солнышко. Хорошо, добренько, давай. Вот так вот. О, боже мой, да, вот так вот и бывает. Короче, настолько сильно вырубилась, что не слышала ничего. Ни звонков, ни то, что она домой заходила, вообще ничего. А у меня что-то тут в нос, то ли какая-то волосинка попала, мне так кажется, то ли он заживает, но он так чешется, жутко просто. Мне хочется вот так вот его расчесать, надо пойти побрызгать. У меня вот такой вот спрей, тату пирсинг спрей. Штука обалденная, и грязное зеркало, ха. Вроде нормально. А, теперь нос у меня мокрый. И я что-то замерзла. И уже пора с собаками идти гулять. Представляете, я так поспала, что уже 17:07. Ну, короче, где-то через полчаса уже, да, можно выходить. Вот это я, конечно, дала. Но это все моя голова. Я вам скажу, что мне даже эта таблетка сегодня не помогла. Она немножко притупила ее. Притупила, это хорошо. Но боль полностью не убрала, поэтому, наверное, я сейчас еще одну выпью. А что делать? А что делать? Ой, ладно. Если с вами встретимся сегодня, это будет хорошо. Если нет, ребята, то простите, пожалуйста. Такие життя.
Нічого не можу зробити з собою. Всіх люблю, всіх цілую і до зустрічі. З вами я піду на вулицю, бо мені треба з вами все одно вийти. Як би мені важко не було, а з вами треба гуляти. Я вже собак вигуляла. Да, сьогодні як-то так швидко. Знаєте, мені кажеться, що ці таблетки убирають мою силу і моє бажання як-то шевелиться. Мені кажеться, вони якісь тупять мозок. Вот реально тупят мозг, потому что я под вечер просто настолько не хочу даже разговаривать. Но сейчас придет Кира, и она сегодня уходит. Куда? Сейчас узнаете. Снег ушел, а ты остаешься тут, очки. Это Кирюша идет. Да, Кирочка идет. Шанти, угомонись. Шанти, фу. Все свои идут. Господи, мне и так не это. Привет. Привет. Давно тебя не видела. Я исправляю оценки. У меня по физкультуре мне сегодня 2 поставили, потому что я сказала, типа, я без формы. Ну, у меня типа живот, у меня типа эти дела, все дела. А что 2? У нас 3 ставят, если не занимаюсь. Я типа сказала, что я не буду заниматься. Потому что у меня разболелся живот. Я типа и не собиралась при месячных заниматься. Она мне 2 поставила. Такая, ну ладно. Из этого у меня 2. Хотя нормативы сдавала на 12. Дети все 12. Это просто блин. 1000 гривен. Помнишь, мы проходили, и ты такая, о, не надо выйти на академию здесь. У нас на базаре. Да, тот магазин. Прикольно? Да. Как твои дела? Нормально. Кира, твои пижамы вот там вот лежат, на кровати на твоей, там уже целых 3 штуки. Зайди, посмотри, как я украсила, а то ты же еще не была, не видела. Прикольно. А на кухню зайди, посмотри тоже. Да, мне тоже кухня нравится больше всего. Но тут еще эти привиденьки не горят. Они еще гореть должны. Угорело прям вообще. Мне тоже нравится очень. Кстати, держите, это вам. Больше у меня ничего нету. Кир, я вам 2 пачки мивины даю. Окей. Все, у меня ничего нету. Вы сейчас сразу домой идете? Да. Наберете меня, как будете дома, с видеосообщением. Окей. Потому что я хочу пойти сейчас. У тебя там зубная щетка есть? Да. Набрать ванну и утонуть. Ну, утони. Где ваша? Я там щетку поставляли. Другая. А, она, короче, вот она. Она перекручивается, и мне не очень удобно, я ставила обратно. У меня постельная сушится еще с утра. Я никак не могу его на место положить, потому что мне просто лень. И оно вот здесь вот лежит, лежит. И, короче, наверное, до завтрашнего утра будет лежать. А собаки у меня сегодня кайфуют, потому что я им косточки купила. И они вот это вот по всем разным местам. Одна Шанти где-то свою потеряла, как всегда. Шантюся, где твоя косточка? Уже кто-то стырил ее, да? Я не знаю, где. Это вот у этих спрашивают. Я 3 большие купила, и ни одной нету. Ну да ладно. Кира, что случилось? Я дома. А мальчики уже уехали? Да. Мы уже всех мальчиков провели. Выправили мальчиков? Да. Фу, кошмар какой. Да. Не знаю, вообще мальчики должны провожать. Да. Может, тебе туда стельку вставить другую, Кирюх? Зачем? Лучше будет. Не, мне отлично. Отлично? Да. Они удобные вообще. Не, реально офигенные. Скажи? Угу. Да, спасибо. Курточку я оставляю. Нет, бери. Завтра будет холодно. Завтра 23 градуса. Нигде такое ты видела? В смысле, в прогнозе? Посмотри. Вика, зайди в прогноз погоды. Сегодня смотрела. Да ну на айфоне прогноз погоды. Нет, я его удалила. 22 градуса. 22 градуса. Мне жарко сейчас.
Мне целый день жарко было. Я не знаю, зачем я за курточкой зашла. Думала, вечером холодно будет. А я замерзла очень сильно. А мне жарко. Ну, как мы всегда выходим где-то в 2-3, поэтому будет 20 градусов. Видишь, я вся красная, мне жарко. Только давайте, девочки, пожалуйста, домой. Да. Сейчас такая ситуация, что лучше идите сразу домой. Что здесь? Ну, сегодня же этот объявил... Короче. Типа судную ночь? Да. Не смотрела фильм «Судная ночь»? Все убийства безнаказанные. Пятница 13-е? Да нет, там же с Израилем. Там этот Хамас объявил, я не помню, как это слово правильно называется. И он сегодня будет всех, короче, терроризировать по всему миру. Так что идите домой, пожалуйста. Короче, подарок прислали. Короче, ты смотрел фильм «Судная ночь»? Придете, посмотрите. Капец, ты странная. Как... Я тебе сейчас... А зачем ты второй разок взяла? В смысле второй? Она в школу собралась. Все, пока. Все, девочки, пожалуйста, наберешь. Я, кстати, в худе мне принесли. Наберешь, пожалуйста. Пока, девчонки. Вот и все. Их отправила, сама себе сейчас набираю ванну с новой пеной, которую я сегодня купила. А завтра вам расскажу, как она, хорошая или плохая. Я пошла отдыхать. Всех целую, всех люблю. И даже говорить не могу. И всем чаушки-какаушки.